Вот. Анфиска наша в этом году школу заканчивает поступать. Хочет, естественно, в столицу, но мы ее боимся одну отпускать. А что, как Коля? Ты бы его не узнал. На полголовы выше меня. И что характерно, у других в его возрасте только девочки на уме. А этот сидит, учится. Ой, мы его еле на улицу выпихиваем. Да, его близнецы наши выгуливают. Любимое занятие – на роликах со старшим братом. Уцепятся и... Ну, вы, конечно, большие молодцы, что решились увеличить вашу и без того большую семью. Угу. А, Ромочка, ты только не смейся. А вообще-то мы не планировали. Угу. Говорят, конечно, мол, снаряд в два раза в одну воронку не падает. Но, видимо, наш снаряд об этом не слышал. Подожди, что, опять двойня, что ли? Да. Ну, только в этот раз девочки. Вот, теперь у нас в семье наконец-то баланс будет. Три мальчика, три девочки. Нет, хотя четыре мальчика и четыре девочки. Ну, если тебя и меня считать, да? Ромочка, мы у тебя хотим рожать. Двойня – это кесарево. У нас уже 36-я неделя. А у Виточки возраст. Я тебе сейчас дам. Какой возраст? Ну, ты же сам говорил мне, что боишься. А я, между прочим, кроме как Роману Алексеевичу, больше никому не доверяю. Возьмешься? Да, конечно, возьму. Конечно, возьму. Завтра утром сдадим все анализы, оформим тебе стационар, ну и назначим дату операции. А сегодня давайте ко мне. Поужинаем, посидим, поговорим. Лешка будет очень рад. Ой, а мы как рады. Только подождите меня, я быстро переоденусь, хорошо? Да-да. Ромка. Ну вот зря мы гостиницу сняли. Лучше бы на эти деньги детям подарки купили. Виточка. Что Виточка? Ну, купим мы всем подарки. Ты меня никогда не слышишь. Ну, нельзя тебе волноваться. Да, а ты меня волнуешь? Ну, все, чухи-чухи. Вот здесь. Чуть-чуть вот здесь, да. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, дай поцелуй, дай. Ты представляешь, наш Коленька улыбнулся. Я ему говорю, кто у нас самый любимый сыночек, а он улыбается.
Доброе утро. Доброе утро. Я Максим Шишкин. Ну, сын Тимура Николаевича. Моя жена должна быть записана к доктору Сидельниковой. Да, к Татьяне Михайловне все верно. Доктор вас уже ждет. Минутку. Ага. Ну, мне пора, я опаздываю на встречу. Ты же справишься без меня. Да, конечно, езжаю. Катя, подойди, пожалуйста. Медсестра вас сейчас проведет. Ну, я заберу тебя, когда освобожусь. Не стоит. Я сама доберусь. Ты же знаешь, я не люблю тебя оставлять надолго одну. Да, вот. Вижу ваших девочек, а? Они сейчас сладко спят. Конечно, спят. Всю ночь танцевали, маме спать не давали, а теперь они спят. Да. Так и вижу небольшую проблему. Шейка матки укорочена на 15 миллиметров, что может вызвать преждевременные роды в любой момент. Нам бы еще недельку доходить. Угу. Не волнуйтесь. Госпитализируем вашу жену, блокируем возможное начало родовой деятельности. Это что, в палате лежать под капельницами? Ну, почему обязательно под капельницей? Роман Алексеевич, возможно, назначит уколы, но в любом случае нужно находиться под наблюдением. Да. Тянет вот здесь внизу живота. Мне кажется, что цикл сбился, хоть я и принимаю таблетки. А вообще в последнее время чувствую себя неважно. Слабость. Мы сделаем анализ крови. Он покажет состояние организма и гормональный фон. А это что такое? Я с лошади упала. Занимаюсь конным спортом. Бывает. Падение могло повредить внутренние органы, поэтому нам нужно обязательно сделать УЗИ. Я сейчас выпишу направление. Так, Витасечка, я в министерство по делам ненадолго. Освобожусь и сразу к тебе. Вот так вот. Анфисочка звонила. У них все хорошо, они молодцы. Так что не волнуйся, ложись. Опа, ножка раз, ножка два. Отдыхай. Левочка, ну я же хотела по городу погулять, детям подарки купить. Правильно, хотела. Но ты же помнишь, что говорил Арсений Петрович? Постельный режим, все, точка. Ну не могу я лежать. Ну, Квитко, ну ты же знаешь. И я уже не больная, а просто беременная, и не первый раз. Так, Витасечка, вот сейчас тот момент, когда мы спорить не будем. Все, отдыхай. Все? Ну давай. В нос. Только я тебя. Я уберу не нос, а носик. Иди уже, обслиняй его. Все, давай, пока. Доктор, ну что там? Ну, милая моя, я не вижу никаких патологий внутренних органов. Но могу вас поздравить. С чем? А вы беременны? И, судя по размеру плодного яйца, срок около 6 недель. Вот уже видно, как бьется сердечко вашего ребеночка. Ну как? Ну я же предохраняюсь, я же пью таблетки. Ну, контрацепция не дает 100% гарантии. Вам просто повезло. Поздравляю. Да, повезло. Татьяна Михайловна, вы уже освободились? Ваш анализ крови еще не готов. Вы зайдите ко мне позже. Нет, давайте лучше сейчас все обсудим. УЗИ показало, что я беременна. Пожалуйста, сделайте мне аборт. Почему? Есть какие-то медицинские показания? Нет. Это мое решение. В любом случае, сегодня операцию мы провести не сможем. У вас есть время до завтра. Вы подумайте, посоветуйтесь с мужем. Я тогда жду вас завтра утром. Алис, Максим просил тебя забрать. А сам он где? А я не знаю. Он оставил машину, а сам уехал на такси. Алиса! Как хорошо, что вы еще здесь.
Я забыл вам отдать первую фотографию вашего малыша. Возьмите семейный альбом. Катюша, ближайшее метро далеко отсюда? Да нет. На маршрутке 5 минут. Остановка через дорогу. Угу. А вам зачем? У вас же постельный режим. Да-да, постельный режим. Я его соблюдаю. Но меня же выпишут рано или поздно. Мне детям подарки надо купить. У меня дочь заказала что-то модное. Старшая энциклопедию, а близнецы конструктор. По нашей линии метро есть огромный торговый центр. Там угу. Все, что хочешь. А сколько остановок? На 4-й выходите. Спасибо. Вот выпишут нас, и я обязательно поеду за подарками. Спасибо, Катюша. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, девчонки, поехали братьям и сестре подарки покупать? Мы быстро, никто даже не заметит. Ничего не случится. Одна нога здесь, другая там. Только ведите себя хорошо, ладно? Так, телефон. Не толкайся, не толкайся. Тихо. Пошли. Лейкоциты 4, формула нормальная. А гемоглобин? Гемоглобин 115. Лёд, ты чего нос повесила? Да, Роман Алексеевич сказал, примет роды у Виты Игоревны и увольняется. Поверить не могу. Вдруг передумает? Не передумает. Все говорят, что он уезжает в свой родной город, в ту клинику, где заведует Лев Борисович. Они же друзья и все такое. Хочешь правду? Я и сам бы с удовольствием уехал куда-нибудь в провинцию. Там и жизнь спокойнее, воздух чище. Ты же так хотел работать в этой клинике, а теперь что, сдашься? Конечно, Роман Алексеевич всегда найдет для тебя место в своей команде. А я не знаю. У меня тут мама, бабушка. Люд, для меня главное не место работы, а ты. Чтобы мы были вместе, понимаешь? Так что никуда я без тебя не уеду. Добрый день. Здравствуйте. Елена Витальевна, как вы меня нашли? Я хотела поговорить, точнее, отблагодарить. Это небольшая премия от нас с мужем. Мы хотим лично отблагодарить всех, кто был на смене, когда родился наш сын. Елена Витальевна, это лишнее. Но ведь вы больше у нас не работаете, и у меня не будет другого способа вас поощрить. Поэтому, пожалуйста, примите это как знак искренней благодарности. Кстати, я смотрела записи. В тот же день умер ребенок безымянной роженицы. Расскажите мне о нем. Я все написала в официальном отчете. Ребенок умер от кровоизлияния в мозг. Ничьей вины в этом не было. Причина – наследственное заболевание, плохая свертываемость крови. Скажите, вы были рядом с ребенком, когда это произошло? Нет. Олег Иванович отправил меня за лекарствами, но сам он был. Спросите лучше у него. Извините, мне пора. Я только устроилась на новую работу. Мне нельзя опаздывать. И это правда лишнее. Простите меня, Елена Витальевна. Юрий Петрович готовит финальный отчет перед инвесторами. И все, на пенсию. Так что, Женя, в следующий раз на кофе с коньяком
Ты будешь заходить ко мне в соседний кабинет. Нет. Поздравляю, искренне рад. А знаешь, если бы клинику возглавил Широков, я бы, пожалуй, уволился. Нет, мы еще повоюем, Женя, повоюем. Нас все впереди. Нас с тобой ждут золотые деньки. Евгений Борисович, у меня серьезный разговор с Олегом Ивановичем. Извините. Лёва. Алло, да, Лёвочка, дорогой. Привет. Ну, где я могу быть? В палате лежу, отдыхаю, да? А чего так шумно? Так соседка по палате телевизор смотрит. А, да, ты прав, у нас нет в палате телевизора. Так она планшет на полную громкость включила, не слышит ничего. Простите, пожалуйста, а можно сделать немножко потише? Я с мужем разговариваю. Ага, спасибо. Ой, Лёвочка, меня медсестра зовет. Давай позже созвонимся. Давай, пока. Простите, пожалуйста, не подскажете, как к метро пройти? Это, мне кажется, я потерялась. А вот прямо, а потом направо. Стой! Стой! Ты куда несешься? Стой! Куда прешь под машину животом? Тебе что, жить надоело? Тебе мама с папой не говорили, что нельзя с мячом у дороги играть? Лучше сюда. Ой, мамочки. Я рожаю. Что ты сделал с моим ребенком? Куда ты его дел? Я сделала тест ДНК. И я точно знаю, что ребенок, с которым сейчас гуляет моя няня, ничего общего со мной не имеет. Я думаю, что ты украл малыша и подменил на другого. А чтобы это скрыть, подделал документы. Мол, мой ребенок умер. Ты умный. Ты знал, что я смогу все раскопать. Ты себя подстраховал. Ты добился, чтобы в документах была указана причина смерти. Якобы мой ребенок умер от кровоизлияния. Ты хотел, чтобы я тебе поверила. Но я не верю тебе. Я знаю тебя. Ты всегда, всегда во всем и везде ищешь только выгоду. Ирина Витальевна, Лена, просто успокойся и послушай. Ты его спрятал, да? Ты хочешь опять что-то выторговать? Скажи, что ты с ним сделал? Лен, мне бы очень хотелось, чтобы ты была права. Но это не так. Я тебя не понимаю. Ты не представляешь, что я пережил. Я не смог его спасти. Я хотел уберечь тебя от этого. Думал, так будет лучше для всех. Я не верю тебе. Ты трус. Ты боялся гнева моего мужа. Ты никогда бы не получил кресло Юрия Петровича, если бы Тимур узнал, что наш ребенок умер. Лена, это был наш ребенок. Наш с тобой ребенок. Не понимаю, о чем вы, Олег Иванович. Я не хочу больше вас видеть в этой клинике. Да. Уже собираешься? Да, собирать, собственно, нечего. Как-то не удается у меня обрасти вещами. Лучше обрастать хорошими людьми и воспоминаниями. Точно. Представляешь, у меня будет целый месяц свободного времени. Полноценный отпуск. Первый раз в жизни. Между одной работой и другой. Лёшка там уже планов понастроил. Прям целый список написал, что нужно сделать. Идем. Поход в лес, костер,
Даже купание подождем. Извини, болтай, как дурак. Я совсем не об этом хотел с тобой поговорить. Роман Алексеевич, там какой-то мужчина привез вашу знакомую. Ту, у которой муж генетик. Ну, с двойней. Подожди, Вита должна быть в палате. Катя, ты ничего не перепутала? Да не перепутала я ничего. Пойдите сами посмотрите. У нее уже воды отошли. Ну вот опять, это ужас какой-то. Беги к пациентке, потом договорим. Хорошо. Пакеты, где мои пакеты? Их отнесли в палату, не волнуйтесь. Что значит не волнуйтесь? Там подарки для всех детей. Я волновалась, бегала по магазинам, чтобы все купить. Нервничала, переволновалась. Полночи не спала. Ну ничего, я сейчас высплюсь под наркозом. Какой наркоз? Кесарить уже нельзя, матка полностью раскрыта. Только самостоятельно рожать. Роман Алексеевича уже вызвали в родзал. Телефон! Где мой телефон? Мне мужу позвонить надо. Звонить. Что ж вы неугомонная такая? Позвони мужу. Вам о детях думать надо. И дышать глубоко. Я знаю, я сама в роддоме работаю. Дышите. Дышу. Андрей, спасибо, ты можешь идти. Ты уверена? Может, мне лучше остаться? Нет, уходи. Твой рабочий день на сегодня окончен. Максим, я хочу подать на развод. Ты шутишь? Нет, я не шучу, я серьезно. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится, что ты опять напился. Знаешь, жена, иногда мне кажется, что ты меня совсем не любишь и не уважаешь. Молодец. А вот и наша вторая девочка. Вот. А это на кого похоже? А? На меня. Опа. Вот ты. Молодец. Все, отдыхай. Господи, какая же я дура. Зачем я поперлась в этот город? А если бы с ними что-нибудь случилось? А если бы мы не успели доехать до больницы? Все хорошо. Рома, мне позвонили, что случилось? Все. Кесарева пришлось отложить. Стремительные роды. Тион, посмотри, какие у вас две красавицы. Поздравляю. Все, разрывов нет. Ой, хорошо. Привет. Привет. Ну, все. Привет. Ну что, дело сделано. Можно спокойно писать заявление об уходе. Светлана Степановна, Наталья Ивановна, спасибо вам огромное. С вами было очень приятно работать. А у кого такие глазки? У нашего Коленьки. А у кого такой носик? У нашего Коленьки. Леночка, что ты такая грустная? Коленька, улыбнись маме. Тимур, мы должны серьезно поговорить. Это касается нашего сына. Я не знаю, с чего начать. Да, Алиса. Только не плачь, я сейчас приеду. Максим опять потерял над собой контроль. Ты не можешь каждый раз вмешиваться. Он взрослый, у него своя личная жизнь. Лена, я обязан вмешиваться. Это же моя вина. Если бы я был рядом, когда сыну был нужен отец, он бы вырос совсем другим человеком. Ну ничего, с Коленькой все будет иначе. Ну все, малыш, останешься с мамой. Никакой ты не Коленька. Yeah.
маленький сын. Маленький наш сыночек. Наш Коленька. Мамочка с тобой. С тобой, мам. Мама с тобой. Мама с тобой. Роман Алексеевич. Все еще на работе. Ну, это уже ненадолго. А вы, я смотрю, празднуете мое увольнение. Да вот. Хочу вас угостить. Спасибо. Я не хочу. Зря. Это лучшие виски в этом городе. Больше, чем мои родители зарабатывали за 3 месяца. Жили мы бедно, но дружно. У нас было 5 детей, и я 5-й, самый младший. Всегда все до нашего за старшими братьями. Мне даже на выпускной новые туфли мама не купила. Денег не хватило. И девчонка, в которую я был по уши влюблен, бросила меня. Ушла к мажору, у которого были шикарные белые туфли. Неужели вы и правда думаете, что дело было в туфлях? Да нет, конечно. Дело было во мне. Я был неуверенный в себе, неотесанный провинциал. Это я... Теперь знаю толк в дорогих костюмах, напитках. И деньги умею зарабатывать. Да-да, и женщины вас любят. Наверное. А может, просто используют. Не знаю. Что я сам хочу кого-то полюбить и не могу. Недавно на моих глазах погиб самый близкий, самый родной мне человек, которого, как казалось, я очень любил. Я ничего не смог сделать. Несмотря на все свое влияние, все свои деньги. Я очень сожалею. Да ну перестаньте. Вам все равно. Всем на всех наплевать. Это просто вежливость. Люди, как роботы, говорят заученные фразы, которые ни черта не значат. Хотя... Вы, наверное, единственный живой здесь человек. Мне даже жаль, что вы уезжаете. Странно. Разве не этого вы хотели? Теоретически, да. Но мне будет скучно без вас. Не к чему больше стремиться. Разве что пойду в интернете, закажу себе белые шикарные туфли. Только аборт. Желательно прямо сегодня. Мы все обсудили с мужем, нам рано показывать детей. Хорошо, мы вам подготовили палату. К операции нужно подготовиться. А
что это у вас такое на руке? Вчера опять с лошади упала. Алис, вы меня извините, конечно, но мне кажется, что вы меня обманываете. Я хочу вам помочь. Хотите помочь? Сделайте мне аборт. Алло. Здравствуйте. Это Татьяна Михайловна Сидельников беспокоит. Мне нужно с вами срочно поговорить. Виточка, представляешь, если у нас не двойня, а сразу тройня? Квитко, я тебя, конечно, очень люблю, но ты меня пугаешь. Нам бы этих воспитать. Справимся, справимся. Старшие помогут. Да. Да? Старшие спят и видят, как малышей нянчат. Где? Витечка? А что это такое? Это пакет. Соседка по палате забыла, но ее уже выписали. А, это та, которая тугая на ухо. Которая фильмы на планшете смотрела. Да. Чуть-чуть. Я вот только одного не могу понять. Если тут одна кровать, то где спала соседка? Не на детской же. Уже натворила. А, профессор Зенталь, спасибо, что откликнулись. Я буду очень рад, если у вас найдется для меня работа. Хочу сменить обстановку. Я как раз открываю новую клинику и набираю персонал. Есть вакансии? Отлично. Я хоть завтра готов прилететь в Швейцарию. Клиника в Уганде. Если, конечно, вы готовы работать в Африке. В вашей клинике, конечно, готов. Хорошо, мой секретарь управит вам контракт. Как говорится, ни пуха, ни пера. К черту. Левочка, ты только не волнуйся. Все же хорошо закончилось, и мальчик отделался легким испугом. Какой мальчик? Ну, которого я практически из-под колес вытащила. Что ты сделала? Не ори. Что ты сделала? Я же не виновата, что дети в мяч прямо у дороги играли. Что ты сделала? Старшим купила все, что они заказывали. Но мы же не могли домой без подарков приехать, Лев. Лев Борисович, это не ваш пакет, кто-то мой. В коридоре забыл. Мой. Спешил к жене, забыл все на свете. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. А что это? Что-что? Подарки. Дочке платье, старшему энциклопедия и близнецам конструктор. Я все то же самое купила. Да ладно? Один в один. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а моя жена Алиса сейчас у вас? Да, на приеме у Татьяны Михайловны. Понимаете, Алиса не хочет меня волновать, поэтому не все рассказывает, а я очень за нее переживаю. Она так, наверное, себя ведет из-за гормонов. Мужья часто жалуются, что во время беременности их жен как будто подменили. А, да, ну, конечно, гормоны. Олег Иванович? Собирайтесь переезжать в кабинет Юрия Петровича. Подальше. В Уганду. В Уганду? Угу. Говорят, там природа красивая. А когда из отпуска вернетесь? Это не отпуск, Брагин. Я увольняюсь. Увольняетесь? А как же я? Ну ладно, Брагин. Ты без меня не пропадешь. Никогда и нигде. Даже в Уганде. Ну все, все, все. Иди, не мешай собираться. А то я сейчас расплачусь. Тимур,
Лена! Держи себя в руках. Даже не пытайся меня остановить. Я хочу стереть порошок этого мерзавца. Он у меня за все ответит. Давик. Что? Сотру в порошок этого мерзавца? Так сказал? Да нет, понятия не имею, о чем это он. Ага. Неужели она обо всем рассказала мужу? Уходи. Алис, но я же не слепой, я же вижу, что у вас с Максом что-то происходит. Ты мне ничем не поможешь. Так вот в чем причина твоего желания подать на развод. Оказывается, ты беременна. Неужели ребенок от моего водителя? Макс, Макс, ну ты же знаешь, я бы никогда... Андрей тут вообще ни при чем, это твой ребенок. А почему тогда я узнаю об этом последний? Я тебе вчера плохо объяснил? Жена должна слушаться мужа, а ты мне врешь. Макс, даже не думай! Ты че? Максим, прекрати! Ты слышишь меня? Прекрати! Уже трезвый на людей бросаешься. Он опять тебя бил? Нет, не успел. Андрей меня защитил. Уходи, ты уволен! Никуда я не уйду. Я тебе больше не позволю бить Алису, понял? Ты что, успокойтесь все! Алиса, мне звонила доктор Сидельникова. Это правда, что ты беременна и хочешь сделать аборт? Да, правда. Если у нас с Максимом будет общий ребенок, получить развод будет сложнее. А я хочу развестись. А если я гарантирую тебе развод, ты оставишь ребенка? Это мой внук или внучка, моя кровь. Мы с женой поможем воспитывать. Мне нужно подумать. Подумай. Идем, Максим. Нам есть о чем поговорить. Идем, идем.
он просто бы не выжил. А если бы выжил, то видел бы, как папа бьет. Алисочка, послушай. Твоего ребенка может быть другая, счастливая жизнь. Пусть и не с родным отцом по крови. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. И, поверь, я ни на что не претендую. Я просто хочу сказать, что если тебе нужна будет какая-то помощь, или ты просто захочешь поговорить, знай, ты можешь на меня рассчитывать. Все время глаза-то мозолишь. Евгений Борисович, это скоро закончится. Мы с Татьяной решили пожениться и уедем в мой родной город. А я знал, что ты ее увидишь. С первого дня это знал. В том, что вы с Татьяной в разводе, в этом нет моей вины. Удачи вам на новом месте. Спасибо. Вот это уже лишнее. Жаль, что не ты сменишь меня в этом кабинете. Юрий Петрович, я выполнил свой долг перед вами, перед Ниной. А теперь я хотел бы сделать так, как считаю нужным и правильным для себя и для своего сына. Не, ну а как же клиника все-таки? Здесь сейчас находится мой очень хороший приятель. Я хотел бы вас с ним познакомить. А вот он. Заходи. Витечка, я же просил. Знакомьтесь, это Юрий Петрович Климов, Лев Борисович Квитко. Очень приятно. Здравствуйте. Профессор, генетик с мировым именем. Именно его я хотел бы рекомендовать вместо себя на ваше место. Да-да, он самый лучший в мире специалист. Вит. Я просто хочу послушать. Я же назначил тебе постельный режим. Вот именно. Ну, Лёва мне все равно все расскажет. А самое важное решение в нашей семье я привыкла принимать вместе. Юрий Петрович, да. Если вы вдруг захотите предложить Льву Борисовичу работу, знаете, вся наша семья будет очень рада. Тем более, что у нас дочь собирается поступать. Так что мы с удовольствием переедем. Витечка, пожалуйста, иди в палату. Я потом зайду и обязательно тебе все расскажу. Я вот все, все расскажу. Я пошла. Иди. Не нервничай. Я уже все. Вы извините, Вита просто нервничает. Она давно мечтала переехать в столицу. Ждала, чтобы мне предложили работу. Ну что ж, давайте все обсудим. Хорошо. Вот. Мало того, что сами увольняетесь, так еще и Татьяну Михайловну увозите. Что? Мы даем дорогу молодым. Да-да-да. Ура! 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 Да я только понюхать. А я не могу поверить, что скоро буду ходить на работу в эту клинику. Веточка, вообще-то, а ты в декрете. Да-да-да. Лёвочка, ну вот дети вообще-то быстро растут. А ты же знаешь, я без работы долго усидеть все равно не смогу. Это да. Скажи мне, ты не жалеешь, что мы уезжаем? Не будешь скучать по клинике? Я уже мечтаю о нашем счастливом завтра. Да, нас всех ждет новая жизнь. Начинается новая жизнь для всех. Да. За новую жизнь! За новую жизнь!